Так, небольшое видео на тему, какое же давление в Оптимусе 2.0. Ну вот сейчас со вспышкой плохо видно, но это полный газ, наиполнейший из возможных. Даже отрывает вон в некоторых местах, в верхнем ряду отрывает пламя от этого, от рассекателя. И давление, вот опять надо вспышку включать. Давление, вон, 1,2 бара. Но я вам скажу, что раскачать его удалось, в общем, не знаю, долго качал, пока поднимется такое давление. Сейчас попробую потихонечку сбрасывать. Вот, 0,8, и в принципе горение такое же, с отрывом язычков от отверстий рассекателя. Еще сбросим. Оп, ну вот примерно полбара. Примерно полбара, но горение, в общем-то, достойное. Я как-то вот все время считал это, в принципе, полным газом. Продолжаем сбрасывать. Вот так развернуть. Вот. Видно, но это тут рядом с пламенем, не хочу долго телефон держать. 0,3 бара. Вот, даже чуть меньше, чем 0,3 бара. И в принципе, ну да, малые газы тут начинают раскаляться в некоторых местах. Отверстия рассекателя. И совсем. Вот так вот оно горит, но это уже совсем малый-прималый газ. То, что он покраснел, это из-за того, что он долго горел на полном газу. Он через какое-то время, вот эта краснота уходит. Кверх ногами, конечно, ну уж как получилось. Практически на ограничителе лежит. То есть давление мизерное. Но я, в общем-то, так и замечал, что достаточно чуть-чуть качнуть. А может, это и манометр такой загрубленный. Вот, малый газ. Стрелка практически на ограничителе. Вот. Да, на ограничителе лежит. Все. По всем признакам он гореть не должен вообще. Но это так, в качестве даже не знаю чего, просто интересной информации.